Всем привет! И с вами сегодня мы поиграем в Пилснер. Вот она. И вот она игра. И тут надо собирать бутылки. Чем больше мы соберем, тем она будет развиваться. Да! Поэтому хочу сказать, что эта игра, так скажем, не знаю даже, как ее назвать. Вот сами сейчас видите, геймплей. Обычный геймплей. И сейчас попробуем собрать. Вот. Сразу скажу, что игра сложная. То есть, чем больше играть, чем дольше играть, тем сложнее она становится. Так что я буду проваливаться. То есть, я могу провалить сколько угодно. То есть, ой, бля. Надеюсь, что YouTube не забанит, потому что это, ну, камон. Посмотрите на это. Черт. Черт, сложно. Бля. Сейчас посмотрите на это. То есть... Оу, щит. Я говорю вам, это... Я не знаю, может это... Может мне сказать странная игра... Бля, я одну пропустил, ладно. Может мне сказать, что это странная игра, игра еще что-то. Ну, в общем... Или это реклама вот этого... Неважно. Так вот. Бля, смотрите. Надо дойти до 10 тысяч. 10 тысяч! Черт! То есть, видите, да, то есть она сложная, она офигеть какая сложная. То есть, давайте вот, надо любую выбрать, мне как бы все равно, да? Да, как бы все равно, Бля, что за такое, ладно, начинаем. Все равно. Вот, так. Посмотрите на это, то есть, игра сложная, то есть, ну да, сначала ничего сложного нет, надо просто собирать, но потом надо успевать. Я доходил до, ну, не знаю точно, то есть я не помню, точнее не помню, да, и доходил ли я до финала, но когда я вот, я играл, она, так скажем, ну, раздевалась, да, то есть она, бля, полностью, надеюсь, что YouTube со мной ничего не сделает, не пошлет меня нахер, как бы, если я это выложу, да, то есть... Это, ну, как бы, бля, то есть, не знаю даже, что мне сейчас сказать, то есть, бля, то есть, оно нереально сложное, то есть, если хотите дойти до конца, вы должны пытаться, потому что я не доходил до конца, но при этом она, ну, как сказал я, да-да-да, она раздевалась, да, да, раздевалась. И это нереально, то есть надо пытаться так. Так вот. Так. Вот. Так что да. Ну, вот, видите, да, то есть насколько сейчас усложняется. Так, это. Так. Бля. Вы можете пытаться сколько хотите, то есть, ну, пытаться собрать, допустим, не знаю даже сколько, допустим, 60 тысяч, не знаю еще сколько тут может быть, то есть, 10 тысяч еще сколько. Нет, 10 тысяч можно набрать, это не максимум вроде. Бля, бля, вот видите, одну я пропустил, бля, видите, да, то есть... То есть, я не знаю, как это выиграть. То есть, я знаю, как это выиграть, но я не выигрывал. Я доходил до... Ну, я доходил много, то есть, я проходил много, но вот, чтобы выиграть до финала, нет. Так. Вот так вот. Так, ладно, ладно. Опа. О, смотри на это. Так, вот сейчас нам надо его взять. Черт, черт, черт. Вот то есть главное, чтобы не приш... Бля, да черт, как я мог? Нет, 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 нет. Да черт. Ладно, хорошо. Давайте еще раз. Вот, блин, это очень сло, бля. Это очень сложно, то есть...
Я не знаю, сможете ли вы, можете ли любую выбрать, как бы все равно. Это просто, ну, не знаю даже, что сказать, потому что, ну, оно очень сложно. Так, ладно. Так. Раз. Опа, о, смотрите. То есть, точнее. Так, опа, смотрите. Опа. Вот. Надо бы дойти, ты типа. Можно найти до 10 тысяч, но это просто сложно. Хотя попробую. О, черт. Бля, как я мог? Ладно. Так. Так, давайте, до 10 тысяч, еще чуть-чуть. Нет! Так, смотри. Это 10 тысяч. Это нереально. Это сложно. На этом все. Если хотите продолжение, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Я, ну, как я сказал, оно очень сложно. То есть надо набрать 10 тысяч. Может даже больше. Вот. Да. Ну. Всем пока.